Коллеги, рядом со мной Тимур Шакая, спикер нашей деловой сессии. Здравствуйте. Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. Тимур, давайте, наверное, о сессии. Какие были интересные темы? Ну, сегодня у меня задача была осветить возможности для бизнеса, как создавать правильные бренды, что делать ритейлу, как защититься от ошибок, создавая большой бизнес. Поскольку у меня большой опыт в каждом из этих направлений, то я, в общем-то, поделился со слушателями своей экспертизы. Могу рассказать коротко часа на два то, о чем мы говорили там. Да, очень хочется, чтобы люди, которые увидят это видео, кто не попал на нашу бизнес-сессию, все-таки немножко получили какой-то очень интересный материал, поэтому буквально тезис на каких-то основных моментах, если можно. Ну, тезисно мы сегодня обсудили со слушателями, а тот, кто не попал сюда, пусть завидует и жалеет, о том, как быть ритейлу сегодня в современной эпохе, и то, о чем, как бы, ну, что будет полезно нашим сегодня зрителям, я рассказал о тех возможностях, которые сегодня мы с партнерами открываем для ритейла, для бизнеса, для брендов, которых, в принципе, до этого не существовало в мире. Дело в том, что около 5 лет тому назад, уже 4,5 года тому назад, я вышел из классического ритейла, из аптечных сетей. А это были аптеки Горздрав, 36.6, АВЕ Лакшери, А5, ну и еще порядка более 20 аптечных сетей в той или иной степени принадлежало мне и партнерам. И стал инвестировать в технологии будущего, искусственный интеллект, дополненную реальность и социальные сети. И сегодня мы построили платформу, на основе которой для любого государства мы создаем социальную сеть. В частности, в России у нас будет запущена социальная сеть «Жара». 26 июня планируется официальный запуск. Это наш совместный проект с Эмином Агаларовым и Григорием Лепсом. Также рассказал о других наших проектах с Григорием Лепсом, в частности, про водку «Лепс» и их другую часть коллекции продуктов и напитков для праздничного застолья в рамках зонтичного бренда «Хлебосольное подворье» Григория Лепса. Рассказал людям о тех возможностях, которые мы делаем в рамках Российского союза промышленников-предпринимателей. Мы сейчас на базе нашей платформы запускаем социальную сеть для промышленников-предпринимателей. Я думаю, в течение 2-3 месяцев она будет запущена. Это уникальная платформа, где каждый предприниматель получает ту или иную форму доступа крупнейшим бизнесменам нашей страны, которая уже существует в рамках РСПП, а это весь список Forbes, и там будет возможность менторства со стороны наших действующих миллиардеров и успешных состоящихся бизнесменов, и будет возможность обучения, будет возможность карьерного роста и многое другое. То есть мы на платформе объединяем все эти вещи, которые люди могли собрать условно там в LinkedIn, на Курсере, курсы какие-то обучения сделать, нетворкинг какой-то. У нас будет проверка предпринимателей на их правильность как предпринимателей. Соответственно, если один из партнеров кого-то кинул, и это подтверждается, его предпринимательский рейтинг будет сильно понижен, и вряд ли с ним кто-то захочет работать. Однако сегодня мы часто знакомимся с некой обложкой, как человек пытается себя где-то представить, и нет возможности проверить его бэкграунд, там это будет. И предприниматели смогут саморазвиваться, расти, искусственный интеллект будет определять те soft и hard skills, которые нужно развить, если он хочет добиться тех или иных параметров. Человек, который хочет по карьере продвинуться, будет проходить некое тестирование, получать обратную связь от искусственного интеллекта, получать какие-то бесплатные курсы, которые ему нужно пройти для того, чтобы развить эти навыки. Если он захочет продвинуться дальше, он может дать доступ к результатам своего, как бы, своих тестов. И работодатели будут смотреть, и искусственный интеллект будет рекомендовать работодателям и так далее. Многие эти вещи будут сделаны. Также мы запускаем платформу Global Chat. Это первое в мире решение, на основе которого каждый человек, бизнесмен, предприниматель, компания, бренд или ученик 3-го Б-класса
сможет создать совершенно бесплатно свою социальную сеть, которая обладает функционалом всех существующих социальных сетей. И как бы для того, чтобы сегодня создать социальную сеть, нужно вложить там несколько десятков миллионов долларов и несколько лет своей жизни. Ну, не у каждого человека есть такая возможность. У нас это можно будет сделать совершенно бесплатно. И более того, еще и зарабатывать на социальной сети. Более того, на сегодняшний день мы даем возможность сделать самый капитализируемый бизнес, потому что на сегодняшний день социальные сети имеют самую высокую капитализацию на одного там, пользователя, клиента, как угодно это можно назвать. И если мы посмотрим оценку того же Телеграма, который, в принципе, даже монетизации не имеет, убыточная абсолютно структура, но каждый человек там оценивается там, от 50 долларов. Соответственно, если человек в рамках Global Chat создаст социальную сеть и соберет хотя бы миллион человек, ну, понимаем, что это несложно, да, то его капитализация будет уже 50 миллионов долларов. На сегодняшний день не существует альтернативного бизнеса, где можно было бы сделать такую же капитализацию с такими же минимальными вложениями и так же быстро. Потому что развернуть соцсеть там можно за один час. И много чего другого, о чем не услышали те, кто не был сегодня на нашем с вами чудесном мероприятии. Я держу себя в руках, просто чтобы не убежать. Я понимаю, что я все это время должен был тратить на то, чтобы, во-первых, слушать вашу сессию, во-вторых, срочно регистрироваться во всех этих соцсетях для того, чтобы стать умнее. Потому что это первая соцсеть для бизнесменов, например, да, которая позволяет не смотреть на милых котиков, при этом ничего не получая взамен, а становиться более опытным предпринимателем, который в конечном итоге после просмотра контента, как мы привыкли это делать, делает тебя умнее, выгоднее твой бизнес и делает, в принципе, тебя богаче. Абсолютно верно, и это действительно так, и мы очень много сил, ресурсов и времени вкладываем в то, чтобы такую возможность дать каждому человеку. Пока регистрируемся в социальную сеть «Жара», с 26 числа там будет доступ для всех. Сейчас можно будет английскими буквами ввести мою фамилию и зарегистрироваться по ней, то есть S-H-A-K-A-I. Английскими буковками. И дальше, соответственно, вас пропустят и будете в числе первых, кто попадет в социальную сеть «Жара». Чуть позже выйдет на основе бизнес-платформы РСПП раскрытие. Потому что сейчас пока это закрытая социальная сеть исключительно для участников РСПП. Российский союз промышленников и предпринимателей, если вдруг кто-то, ну, мало ли, не все знают, вот, где весь наш Forbes находится в правлении и так далее. И, соответственно, дальше мы будем в ближайшее время открывать все больше возможностей для предпринимателей, для активных людей, которые хотят самореализовываться, создавать сообщество на любые темы. Для этого будет Global Chat. Друзья, я просто не смею вас задерживать. Срочно регистрируйтесь. Спасибо большое. Спасибо. Всем хорошего.